Всем добрый день! Я в аптекарском огороде. Погуляла только что по оранжерее, облазила ее всю и поснимала на видео для вас. Тоже многим понравилось гулять со мной по интересным выставкам. У кого-то нет возможности побывать здесь, а я поснимаю для вас почти все. Почти все места интересные, все самое интересное я поснимала. Здесь довольно большая территория, очень много растений. Курирует это все МГУ. Аптекарский огород. Выставка «Репетиция весны». Здесь маленькие аллейки, вдоль которых расставлены всевозможные цветы. Это большая оранжерея, в которой устроена выставка. Всем рекомендую прийти, получите огромное удовольствие.
Посередине очень удобно, наверное. А теперь через арку сюда. О. Олеандр. Не только цветы, много деревьев, и в основном деревья. О, здесь какое-то старинное строение осталось, прям под оранжереей. Смотрите. Здесь очень вкусно пахнет. Это я, конечно, вам не передам, но запах изумительный. Ну вот. О, камелия. Что же, не за всем не ухаживать. Бабушки тогда и я маневрирую между посетителями, конечно, наверное, их раздражаю, но что делать? Попробую передать вам масштаб, насколько это большое пространство. Узкие довольно дорожки, почти все заполнено растениями. Нет, они решили нас добить. Посмотрите, здесь есть прудик с рыбками. Загадываем желание, золотые рыбки. Вау, это не рыбка, это рыбище. Thank you.
Вот все-таки прудик, это хорошо. Водичка, это так приятно. Я думаю, бедные люди, да, наслаждаются тюльпанами, растениями, маленьким прудиком с рыбками. А в деревне такое каждый день видишь. Это для города необычно, правда? Огромная оранжерея, пруд посреди города. Бедные люди какие-то, все так глазеют, как будто никогда в деревне не были. Ну, конечно, есть редкие растения, которые в наших деревнях не во всех растут. Но есть наверняка и самые обычные. Да и вообще они все самые обычные.
Это же просто зеленые растения. Сразу видно городские. А вообще уход, и еще раз уход. И что хочешь, может вырасти. Я знаю, что есть в Сибири хозяйство, где выращивают бананы, лимоны. Это просто труд. Здесь такая отгороженная часть. Между ней грядочка. С экзотическими пальмами и другими растениями. Вот здесь внизу маленький бассейн с растениями, которые, видимо, привыкли и растут обычно в воде. Огромная высоченная оранжерея с высоченными пальмами. Конечно, Таня. Бананы. А это суккуленты. Ух ты, как много! Посмотрите. О, какое интересное. Я вижу. А, вот. Угу. Чтобы вы тоже видели. Здесь многие растения под стеклом, а свет отражается, и, может быть, вам не видно.
какого-нибудь кампус, я могу. Вот это стреляется, вот это стреляется, стреляется, стреляется. Я вышла опять в оранжерею, где пальмы и всякие, ну, видимо, тропические растения. Когда я делала орхидею, некоторые из них мне попадались. Я их здесь увидела вживую. Лестница вниз. И вот оттуда я пришла. Жасмин. Ничем особенным не пахнет. Это что-то экзотическое. Такие цветочки, они все не из наших широт. Обычно. Продолжение следует...
Вот как выглядит сад лекарственных трав летом. А это то, что мы можем видеть сейчас. Конечно, все в снегу, холодно. Особенно не погуляешь. Ну, так чуть-чуть я пробежалась. Внутри хорошо, тепло, можно смело раздеться и гулять сколько угодно душе. Самые разнообразные мы с вами там увидели. И растения, и животные. Было очень-очень интересно. Я здесь еще ни разу не была. Так что для меня это просто сплошное удовольствие. Я с удовольствием прогулялась. До встречи в следующих роликах. А вот туда дендрарий, но я туда не пойду. Я уже порядком устала и пойду чего-нибудь горяченького выпью. Кофе или что-то такое, или чай.